Внимание на экран. Изменения в экономической ситуации открыли новые ниши для региональных производителей. Воронцовские сыры с 2017 года активно развивают свою продукцию и продвижение по всей стране. Уникальный продукт – сыр с чернилами каракатицы с мраморным узором. Один из лидеров продаж. Татарстан – это вкусно. Я и есть Татарстан. А где это? Александр Владимирович, пожалуйста. Это в Казани, да? Да. А вот мы в Камском Устье были, тоже какие-то сыры там. Это у тебя, да? Да. Да. И там где-то виноград там. У Сямисом виноград. Да? Да. В этот. Кто сыр покупает, тому виноград еще добавляют. Пожалуйста. Здравствуйте, уважаемый Рустам Нургалиевич. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Коротко о нас. Наша сыроварня начала свой путь в 2017 году буквально на кухне. Два года у нас ушло на проработку рецептов, и мы выбрали нишу выдержанные сыры премиального уровня. В этой нише мы с легкостью конкурируем с иностранными аналогами. По отзывам покупателей некоторые наши сыры, даже иностранные сыры превосходят. Ты вообще так не говори. Наши сыры. Вообще. Конечно. Нарсисилисинси. Да. Надо сначала себя убедить, что этот продукт самый вкусный, а потом уже. Хорошо. Никогда не говори, что мы наравне. Мы превзошли, и все. На сегодня в нашем ассортименте 60 видов продукции. Мы производим как классические, по классической рецептуре. Также у нас есть много сыров по авторским уникальным рецептам. Некоторых сыров просто в принципе нигде в мире больше никто не делает. Как, например, наш самый главный хит – это черный сыр с чернилами каракатицы и четырьмя видами перца. У него красивый мраморный узор, он украшение любой сырной тарелки. А молоко мы используем в работе козье, коровье, овечье. 90% его нам предоставляет фермер Татарстана. Единственное, вот овечье мы в Татарстане не нашли. А так а овечье молоко откуда? Я не видел у нас. Я тоже в Татарстане не видел. Мы привезли из Подмосковья. Подмосковье. Козье у нас есть. У нас есть. В Савинском районе есть. Еще где? Еще рядом с Марийкой. Но они вместе работают с этим Марисом, да, или это другой? Это маленький фермер, их несколько. Там. Есть, да? Да. А коровье молоко – это самый высокогорный район Татарстана, Высокогорский. Он, там высокая гора, одна гора в Дубьязах, где мы горнолыжку, я при работе еще, там больше гор нет. А с высокой горы откуда вам поставляют? У нас есть КФХ Рубцов, КФХ Якупов и Атнинский район Тукаевский. А, Тукаевский знаем. А Рубцов это дислокация где? Это недалеко от, ну, за Эльдермышем. За Эльдермышем. Сая там, в лесах. А? В лесах где-то там. У них коровы джерсийской породы. Ну, ты все не говори, а ты коров могут это. Хотя прокурор здесь. А какие сейчас планы? На сегодня, я про факт расскажу, сегодня мы производим 4 тонны продукции в месяц. На разных стадиях вызревания у нас находится 27 тонн продукции. Мы участвуем в различных выставках. Я чуть-чуть похвастаюсь. В прошлом году в нашей компании, наверное, больше никто столько медалей не зарабатывал. На конкурсе «Лучший сыр России» мы завоевали 22 медали. Из них 11 золотых. Это очень помогает. А всего медалей сколько там было? Медалей, наверное, было штук 3. Может быть, на выставке всем, кто приехал, медаль всем раздали. Ну, примерно для этого она и предназначена, но процент хороший. Мне рассказывали, я говорю, третье место занял. Я говорю, сколько у тебя? Ну, четверо было. В своей работе в продажах сыра мы двигаемся во всех направлениях.
крутимся как белки. И, например, вот за прошлый год мы посетили по всей стране 140 разных ярмарочно-выставочных мероприятий. У нас мы имеем собственный магазин, собственный интернет-магазин, работаем с ресторанами, сырными лавками, сетями, и на сегодня у нас 140 активных клиентов. И вот в этой работе, в продвижении наших сыров, нам очень сильно последние несколько лет помогает Центр оказания услуг «Мой бизнес», ну, государство. Mm-hmm. Они сделали наш красивый сайт, который нам помогает продавать сыры. Они помогали нам продвигаться в соцсетях. Особенно это помогло, когда Инстаграм ушел, и ВКонтакт надо было развивать. Нас финансировали отправку на разные сложные далекие выставки, на которые мы, например, своими силами не смогли поехать. Предоставлено было финансирование, пусть небольшое, но было предоставлено на льготных условиях. И вот итогом этой совместной работы стало ты то, что... пару кругляшков моего протокола дали, значит, на всех поездках мы будем твой сыр рекламировать, пожалуйста, даже мучиться не надо. Это шутка, конечно. Шутка не шутка, но за последние... 2 года рост наших продаж составил 170%. Ну, молодцы. Да. В наших ближайших планах дальнейшее совершенствование ассортимента, выход на зарубежные рынки, ну, соответственно, рост продаж. И я уверен, что вот с таким отношением государства к нам, предпринимателям, мы этих сырных целей с легкостью достигнем. Вам за эту поддержку огромное спасибо. И спасибо за предоставленную возможность здесь выступить. А всех с праздником. Спасибо. Спасибо большое. Цех у вас где? Цех здесь, в Казани, на Лебедево. Где? В Казани, на Лебедево. Лебедево. Ну, давайте будем продвигать. А халяль вы не делаете, сыр? У нас продукция в основном продается не в Татарстане. Нет, понятно. Но и такой потребности в других регионах нет, но при необходимости... Нет, ну, может быть, посмотреть тоже новые рынки. Открыть для себя новый рынок в Татарстане. Да, но фермент мы используем микробиальный. Это, ну, короче, можно это сделать. Это не я думаю, можно просто отдельный какой-то в отдельной зоне сделать, сертифицировать. Я думаю, вот все-таки арабские страны очень богатые, и не думаю, что кто-то халяльные сыры особо делает. Я изучу этот вопрос. Хорошо, спасибо. Молодцы. Спасибо большое.